Доброе утречко. Начинаю это видео с кровати, потому что я только проводила Сережу, легла еще полежать. Думаю, что пора вставать, потому что у меня так-то достаточно много дел. Мне сначала нужно сделать видео, покушать прежде всего, помыть посуду нужно. Ну а дальше посмотрим с вами, что будем делать. Я помыла голову, жду, когда она высохнет, чтобы начать записывать видос. У меня появилась такая интересная идея. Скорее всего, этот видос уже на канале, потому что я постараюсь его прям сегодня же сделать и сегодня же загрузить. Мы там будем с вами угадывать пол моего будущего ребенка, потому что УЗИ уже совсем скоро, через 4 дня. И я хочу, чтобы нам уже сказали пол. Потому что мне прям очень интересно. Все равно, но, блин, тебе так интересно, кто же там уже, как тебя называть и что там вообще происходит. Вот. Я буду узнавать пол по приметам. В это я, конечно, не верю, но так для того, чтобы сделать такое веселое видео, чтобы повеселиться немножечко, записать можно. Сейчас я поставила себе покушать, приготовить, помыла посуду, помыла фрукты. Хочу прибраться немного в ванной, пока волосы сохнут, и помыть свою обувь, высушить кроссовки и убрать их уже, потому что навряд ли я их одену, погодка что-то не радует. Пойду заниматься делами дальше. Я записала видео. На мой взгляд, получилось очень интересно. По крайней мере, мне было очень весело. Сейчас оно у меня сохраняется. Я его сейчас быстренько загружу, и вы уже сможете его посмотреть. Сегодня прям какой-то необычный день на моем канале. Выходит сразу 2 видео за один день. Как подозрительно. А еще я сейчас ходила на стройках Ютуба, и вроде как мне доступны трансляции, на что я надеюсь. И мне интересно, хотели бы вы провести со мной трансляцию, допустим, задать какие-то вопросы, я бы на них поотвечала, ну просто пообщаться в прямом эфире. Во-первых, пока что мало людей на моем канале, и мне очень важно с каждой из вас пообщаться, потому что это так интересно. И... Ну, все, наверное, это пока что единственный вопрос, который я вам задаю, на который я жду ответик. И большое-большое спасибо, что вы со мной. Я загрузила видео, и сейчас хочу вам немножечко показать, как можно меня найти в других социальных сетях. Смотрите, вот мы смотрим видео, ставим лайк, да, подписываемся на канал, естественно. Ладно, спускаемся вниз и видим вот здесь вот такое вот оформление. Нажимаем «Еще». И вот здесь вот очень много разных полезных ссылочек, интересные видео. И вот здесь вот не так далеко написано «Присоединяйтесь, TikTok, Instagram». Просто нажимаете по ссылке, в которую в социальную сеть вы хотите перейти, и все, и вы меня найдете. Также меня просили писать в названии видео, сколько сейчас недель, но я решила то, что не всегда возможно написать в описании, ой, наоборот, в названии видео, потому что иногда мне не хочется называть видео там 13 недель, там делаю это, делаю то, очень длинное название получается, поэтому я решила, что буду обязательно подписывать вот сюда, и вы всегда сможете увидеть, сколько у меня недель на данный момент, на тот момент, когда я снимаю видео. Сегодня я что-то так хорошо работаю, что прям мне самой нравится, и Инстаграм веду, и Ютуб записываю сейчас, покушаю, пойду записывать ТикТок. Потом мне нужно сходить в аптеку, потому что я забыла то, что у меня заканчиваются витамины, мне нужно купить магний. И что-то нужно будет кушать, готовить, потому что я сварила картошку, ее было мало, и я уже ее сейчас доем. Вот, поэтому нужно что-то готовить. Я хочу сделать рис с курицей, потому что мяско надо есть, а курица это единственное мясо, которое я ем, поэтому придется кушать ее, пока не начнет тошнить.
Я пошла в магазин, что-то мне стало так плохо, решила все-таки сходить, прогуляться, может быть, станет лучше со свежего воздуха. Небольшая история о том, как меня хотели немножечко развести на 300 рублей в аптеке. Ладно, это, в общем-то, не развод, а просто обычная банальная продажа вещей подороже. Прихожу, я говорю, значит, мне нужен Магнелис B6. Она такая, так, все хорошо, я вас поняла, сейчас. Идет такая, и вот там витрина, как бы, я тоже вижу, откуда она берет эти таблетки, и она берет самый дорогой. Внимание, написано магний, а не магнелис, как я сказала. Он стоит 600 рублей, 600, короче, 600 с чем-то, почти 700. Вот, я такая говорю, так, мне нужен не такой, мне нужен магнелис. Она типа, какой, ну, с такого больше нет. Я такая подхожу и смотрю, так, вот этот вот с розовой упаковочкой, вот с такой, вот видите, розовый цветочек здесь написано. Я говорю, мне вот такой нужен. Она такая, а что ж вы сразу не сказали? Блин, я же сказала Магнелис B6. Блин, как? Ладно, не расстраивайся. Ну, просто такая интересная ситуация, когда тебе хотят впарить что-то подороже и что-то другое. Мы сегодня успели с родителями съездить в деревню. Уже вернулись, там ничего не снимала, потому что мы быстро туда-обратно. Вот, вернулись. Сейчас буду ложиться спать, потому что завтра на работку. Спасибо, что снова прожили эти дни со мной. Всех люблю, целую. Пока-пока.